Мур, приветствую, друзья. Извиняюсь за голос, но не могу сидеть без дела. Хочу вам рассказать о первых предметах с активными навыками. Их два. Это Бастион Отваги и Зимний Жезл. Бастион Отваги. Ранее, кроме ХП, добавлялся Регент Здоровья. Теперь же КД навыков сокращается на 10%. Первые две пассивки остались прежними. Их описание можете найти в ролике ML Фактов про Бастион. Теперь разработчики добавили активный навык. Он появляется в иконке над ультой. Владелец Бастиона и ближайшие союзники получают на 3 секунды ускорение бега на 30%, а также увеличение магической и физической атаки на 20%. Активный скилл имеет КД 40 секунд. Это будет отличным дополнением для саппортов, которые находятся в гуще боя, например Ангела, поскольку он работает под ее ультой. Стоит отметить, что активный навык пока один на экране скиллов, и если вы соберете два предмета, то активным будет последний. Думаю, это изменит в будущем. Итак, следующий у нас Зимний Жезл. Как и раньше, дает 60 магической силы. Ранее давал еще 50 брони, теперь 25 брони и 300 хп. Но это все не важно. А ранее пассивка предмета была крайне бесполезной. При снижении хп ниже 30% он стрелял разок во врага сосулькой, замедляя ненадолго и нанося немного урона. А теперь у этого жезла очень полезный навык. Думаю, вы встречали ранее такой навык в играх. При активации персонаж останавливается на 2 секунды и не атакует. Также не получает урона ни от навыков, ни с руки, ни чистый урон, а башни переключаются на другую цель, хотя лорд продолжает его бить. КД этого удовольствия 100 секунд. И слава богу, поскольку теперь маги смогут доджить прокасты, как ульта Харли, ульта Хаябусы, связки магических комбинаций и все подобное, не начинающееся с контроля. Если КД жезла сделают ниже, будет уже имбовато. Пишите в комментариях, что вы думаете об этих предметах, делитесь видео, ставьте лапки и всем пока!